Привет, дорогие зрители, меня зовут Колман, с возвращением в полицейскую историю, и мы продолжаем. Так. Ну, let's do this. Чисто. Да. О, улики сразу. Мне похуй, похуй вообще. Get down, motherfucker! Он подошел, не похуй. Арестовываю. Так, пизду сразу верчу. Блять. А, чёрт! Я подавился даже. За углом! Эй, я того уже шатал. Да блин, арестовывай. Никого. Блядь. Да как, блядь? Я тут быстрее фанулся туда-сюда, нахуй твой. Ты не ранил? А? Нет, я тут норм. Сейчас пойдут. Отходи лучше. Точно? Да. Заебал. Да иди нахуй. Там еще. Красиво. Тупые гражданские. Ебать, тяжело в этих действ... Тяжело действовать вот так. А, блин, так далеко был. Хорошо, друг друга не ушатали. Да. Фу, успел. Да, чисто. Ну, это уже что-то. О, блядь. Вот ты меня спрятался на. Пизду флешку, блядь. Давай. Его несколько смешно. Мама, мама. Спаси меня. Так, ладно, вверх. Блядь, мне флешка нужна. Блядь. Все скрутил. Было близко. Дорожный, блин? Да. Один. Один гражданский. Так, курик не хранит. Так, нас слышали, возможно, тут уже будут на пути. Может, нет. Так, выходим, чека лево, я право. Ладно. Блять! Пардон. Еще! Как тяжко в этих коридорах, я не могу! Лютые перестрелки, конечно, уже. Вообще. Каждую секунду будет, что пуля тебе прилетит. Ну, если тебе это реализм, то не, ну, ничего ж не такое. Ну да. Типа, хоть на вас броники, но они не помогут. Вообще, по-моему, плохо, частично. Плохо, сзади, плохо, сзади. Плохо. Блять, ранили.
Че, живи там, я леку снимаю. Да я хуловый. Ты лезь на рожон. Ебать! Якую... Ебать, я на очко присел. Ой, какое... Ой, блин, ой... А, держи, открывай флешку, давай, готов. Раз, два, три. Такой, что это? Ебать, быстро. Там никого? Чисто. Улики не забрали. Ты дальше ушел? А, ты здесь? Реактор? Угу. Жесть. Ладно. Чел просто бежит такой и дальше нахуй побежал. Да ля-ля. Обожаю твой. Обожаю твой им. Да. Бля, благо шальная зарешил. Никого. На похуй шлиниц. Ебать, я ж сам немного влево отдаю, типа, голову, когда чекаю что-то. Здесь один чел в броне. Блять! Ебать, пришел с ножом на перестрелку и день сурка отдали. А что такое день сурка? Погоди, гляну. Повторение отдавать. Умереть 50 раз. А, подожди, это у тебя достижение, что ли? Да. 50 раз сдох. Ты охуел? Блять. Он почти хуйнул? Да! Как? Я не знаю! Фу, ебать! Вот. Еще бы один выстрел, его бы убило нахуй. Ага. Идет. Чё? Спасибо. Так, слева, слева. А я у себя тут. Нет, слева, блин, коридор вечный. А, да, да, да. Чисто. Мне тут надо помочь. Он идет. Он идет к тебе. Да я знаю, что делать-то, блядь, я не знаю как. Блять. Идет? Так я готов, если даже могу. Раз, два, три. Блять. Ну связывай. Глянь, что там. Ты гражданский? Ага. Ладно, иди, я наверх пойду. Я с тобой. Блядь. Сука, флешку сюда надо, мне нет. Кидаю. Давай. Блядь, у тебя флешка дверь взорвала. Блин. Лучшее начало. Слева, слева. Ты флешки дашь, она в дверь упирается? Я понял. И не слепит. Да. Чисто. Че, сюда идем? Не-не-не, я просто типа верно зачистил, чтобы никакого подкрепления не пришло. Не... Блять!
Бля, я право чих. Да! Мудаки не сдающиеся. В смысле? Да блин! Вот. Охуеть. Какой мне, правда, насилие, Дим? Игра конченная. Ты ранен, да? Да. Гачков потеряли. Ебать. Жив? Да, нормально. Алло. Гашку кидать? Да нет. Кидаю. Пошел, пошел, пошел. Нахуй я стрелял, блядь. Пиздец, я его убил еще нахуй. Ой! Я в ахуе. Большой куш получил достижение. Меня еще ёбнули. Давай меня, братан. Клуша. Пизда. Убежал, блядь. Дай-ка уже шуму навели. Слева! Только скажи, что ебать мы шуму навели, блядь. Навели. И тут даже я даже не... Да какое неоправданное насилие, иди в жопу, игра. Блять, чуть меня не ушатал. Стоять! Не спешим, не спешим, мы торопимся. Я чисто вверх зачистить и все. И, ну типа вот это именно, и все. Блять, стой! Ладно, в итоге походу вверх зачистим. Все, поймал. Зачистили. Я в ахуе, блядь. Неплохое начало. Вообще. Ну. Скручиваю. Все, в пизду валим, валим нахуй. Чем я такое задержу? Кидаю светошумку по полу. Да-да-да. Блин, ладно. Никого. Красиво. Ох. Почему я не попал? Мудак. Да стой, отходим, дебил! Отходим, отходим, отходим! Сейчас. Могу светошумку. Давай. Кидаю. Идет. Вспышка. Давай. Нормально, нормально, живу. Могу светошумку. Не-не, а хотя, ну давай. Убил, убил. Блин! Сдался, похуй. Глянь тут бароскопом, ну там, думаю, в одного зачистишь, слышка. Блять! Чё? Тут... Всё, похрен. День сурка. Оу. Блять, кацану. Лечу. Блять, да, флешкой лечу. Пойдите вы нахуй со своим аимом! Улики возьмешь на столе? Угу. Кого? Светошумку? Блядь, поймай. Все в пизду, идем вниз. Че, ты мир не можешь или че? Не, тебя прикрываю уж. В углу! Дальний угол. Пизду, нахуй.
On the ground now! Да иди нахуй! Предвиденное. Так, у меня дальний угол. Сбалай этого черного, давай. А, ты? Ну ладно. Раз, два, три. Давай! Давай! Ебать! На соплях. Я обосрался. О! Угадай свою пуку, попробую. А, давай. Ты, кстати, да, ты ж не пробовал. Ого. Клёво. Ну и всего две почки, как флешки. Ну глянешь там. У тебя флешка есть? Да. Да, окей. Блять. Ладно, лево запушу. А! Жив? Стой! Блять! Поймал! Он скорость просто, я не могу. Я скорость! Вообще манул, блять. Аккуратно. Молодец. Благо он не захотел стрелять. Да. Бароскопом, блядь. Как? А, блядь, точно. Сука, флешка есть? Да. Давай. А там никого... Наебал. Ага. Я сказал, там никого нет, и вижу эти следы, блядь. Не беги. Не бегу, не бегу. Всё бы флешку. Есть. Кидай. Так. О, пластины. Есть! А, в смысле? А почему не увидел? Вот. Там кто-то есть, да? Да. Класс, пригодилось. Да, блядь, ластовая большая. Сука! Бароскопом глянь. Прям впереди. Пиздец. Ого. Ну чё, флешка есть? Никакой, да? Тогда давай отодвинем. Чё делать с ним, блядь? Я не знаю, стрелять, наверное, сразу. Блядь. Я могу это... А, ну ладно, да, так лучше. Это... Справа чисто. Блин, страшно. Я связываю... Слева, слева! Блядь, чё убил? Вы поняли? Ебануться, блядь. Слава богу. А с минусом насрать. Ебануться, блядь. Вообще. Квен, ты в порядке? Да, спасибо, Рик. Я... Мне было так страшно, я даже... Все в порядке. Теперь ты в безопасности, это самое главное. А теперь пойдем. Я хочу спросить тебя кое о чем, пока не прибыла следственная группа. Хорошо. Итак, нападавшие сказали, что им нужно. Да, они искали все по делу Станишевского. Так и знал. И они нашли что-нибудь? Да, они добрались до улик. Не боюсь, все уничтожили. Мне так жаль. Все нормально. Не то, чтобы ты могла им помешать. Хотя, может, ты помнишь что-нибудь из тестов, что-нибудь способное помочь? Вообще, да. Мы провели образцы крови Кевина и нашли следы скополамина. Этот препарат напрямую влияет на нервную систему, если верить городским мифам. В общем, так можно полностью лишить человека свободы воли. Что? Ты серьезно? Когда ты это нашла? Почему сразу не сказала? Но я говорила... Я отправил отчет почти неделю назад. Странно, впервые слышу. Слушай, оставим всю эту историю со скополамином между нами, хорошо? Тот, кто это сделал, явно хотел ее скрыть. И ему было плевать, сколько людей поляжет в процессе. А пока просто береги себя. Подкрепление скоро прибудет, они о тебе позаботятся. А нам с Джоном... Нам, Сереж, нужно со всем этим разобраться. Ебать. Закручивается сюжет. Большой момент, хуйня. Ауф, не нужно. Носочки, я ношу их, не дышишь холодного.
Отличная работа. Вы справились с налетом на медицинский центр и спасли нашу лабораторию. И все за один день. Шеф хотел поговорить с вами обоими лично, наверное, по поводу повышения, которым я ему всю плешь проел. Подозреваемых 15, гражданских 4, притворщиков 2. И сложность при этом упала до 4. Я думал, она будет расти. Ну 15, блин, вы чё? Да, так, чё, бомбы не будет, притворщики. 4 на мечике доступно, охуеть. Да ладно. Так, ну-ка. Пластид, набор отмычек, флешка. Так, я в этот раз, пожалуй, MP5 возьму. Тазер возьму. Во. Я пластид возьму. Пластид. Так, флешки. Да. Пластид, набор отмычек, флешка, тазер. Че, мне больше ничего не? Браска, у тебя дымовая, бля, мы вообще не пользуемся. Перцы, да. Ну, нахрен нужны. Да, все, погнали. Мне там написывают. Наркотик, который заставляет людей следовать чужим приказам? Кинорежиссер в роли суррогатного террориста? Чем дальше, тем страннее. Почему ничего из этого не было в прессе? Но важнее другой вопрос. Если молчала пресса, почему вы рассказываете мне все это сейчас? Знаете, я молчал больше 15 лет. Думаю, пришло время кому-нибудь узнать всю эту историю. 8 сентября 1998 года, 12.21, полицейский участок 21.3, кабинет шефа. Наши тайные агенты наконец нашли зацепку по делу Станишевского. Похоже, за налет на центр Моргана ответственна колумбийская мафия, хотя бы отчасти. Я только что закончил оформлять бумаги, так что мы наконец сможем их по-настоящему прижать. Их база — захудалое казино 12 из Better Ten 6. Странное название, но что я в этом понимаю? Деньги, говорят, приносят неплохие. Ну да ладно, езжайте в казино и найдите доказательства их причастности к минированию Примрос. Все там переверните, поняли? Сэр, я... Тут есть кое-что, о чем я хотел с вами поговорить. Кое-что странное. Мы не можем взять ни минуты, офицер Джонс. Доберись до казино, прежде чем они скроют все улики. А потом поговорим. Черт. Все это как-то странно. Думаю, придется поговорить с ним позже. А что насчет повышения? Мне семью кормить надо. Эй, посмотри с другой стороны. По крайней мере, нам регулярно подкидывают новое снаряжение. Голодный желудок им не накормишь, Рик. Блин, мне что-то кажется, может, шеф на этом завязан? Да-да-да, что-то тоже такое есть. О! Стеклянный мир. Хуйнул, блядь. Стой! Мудак. Ну, аптечка у нас сразу кончается. Уже хорошее начало. Ёбаный рот. Вообще топ. Тут точно сложность 4, блядь. Ага. Так, я слева захожу. Можно где-нибудь? А, да чё за бред? Слева же можно стратегически зайти. Ну игра, блин! Притворщик? Нет. Слева гражданский и всё. Угу. Чеху справа. Улики возьми, а, взял? Я взял. Притворщик, сука. А, сука. Давай под флешку, или хотя... Блин, там такое большое помещение, это пизда, нахуй. У меня термит, подожди. Да не, бароскопом давай. Никого. А, ну, хотя бы не потратили тогда. Чеку здесь. Угу. Никого. Подожди. Чисто. Охуеть. Вау.
Никого. Подожди, угол. Да нормально, похуй. Это хорошо, не? Не. Блять, ебанулся помещение. Да. Нахуй. И это сложность 4. Так, один стоит. Ну, я думаю, уже под сложки надо залетать. Один. Ну, давай сюда. Подожди. Ладно, давай. Раз, два, три. Да-да-да. Так, сюда тазером. Никого. Ну, в той комнате был один. А здесь еще пипец. А как он тазер услышал, ло? Я не знаю. Так, сейчас пойдут? Да, идет. А ты где? Ты спрячь, спрячь. Да-да-да, нормально. Пизду его нахуй. Да, пистолет забрай. Все. Я забрал, вроде. А, ты, да-да. Так, здесь флешка нужна. Угу. Готов. Пошла. Давай-давай. Есть. Ой! Ой. Бля, лифт, ой, такие двери нахуй. В туалет, ёбаный, бля. Никого. Блядь, закрыт, ну похуй. Блять! Есть. Ладно. Глянь сверху дверь барометром, она заперта. Какая? А, вот это? Да. Еще себе. Никого? Нет. Никого. Пизду сломаю на всякий. Сломаю на всякий. Может, улики там, не знаю. Тут ничего нет. Закрыто. Окей. Просто. Все, иду к себе. Так, сюда флешку кидаю. А ты где, я сам кину. Ладно. А, я не открою, ладно, кидай. Никак вообще. Это что, блин? Есть. А. Чисто. Окей. Так, а мы низ чекнули? Бля, еще низ надо, ёбаный рот. Да-да. Берем тут, да? Угу. Никого. Сканирую. Здесь стоит один. Тазером ебанул. Давай. Жопа чекса. Контролю, контролю. Вроде все. Флешка есть? А, да я эти пластидом. Ну давай. Ничего. Ну глянь, глянь, может не понял. Ладно. Где тратить? Большое помещение лучше. Кого? А, о, улики. Угу. Ладно. Пригождается хрень это. Угу. Ну пипец! Блядь. Только чекнули, сука. Я не уверен, что это точно четвертый уровень сложности, блин. Да-да-да. Да сюда по-любому флешка нужна. Так, подожди, один. А, если один, давай тогда тазер. Справа. Ну, на, проходи. Блядь! Да ёбаная мать! Бля! А. Ну, что это? Это автоматическое. Иди нахуй. А, притворщик. Угу. Для меня, конечно, пинг сегодня вообще скачет какой-то дикий. Чего скачет? Пинг, у меня 100, то, что 70, то 200, блин. Да-да-да. Справа в угол дальний. Угу. Блять, не знаю, давай тазером. Ну смотри. А пиздатая хуйня? Точное главное. Да-да-да. Так. Так, ладно, я так постараюсь по одному почекать вверх. Ну смотри, блин. Так, у меня в дальнем углу. Было в пизду, ладно, не буду больше чекать. Я такой открываю.
перезапусти. Да иди ты нахуй, Педик, блядь, бессмертный. Вот так-то лучше. Чуть не выстрелил, блядь. Не все привыкло, что даже можешь чилить. Да не, нафиг. Так, ну, да не могу, сбитый. Готов. Да. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Все. Пять не пятерочек? В смысле, да блин. Не притворщик. О. Справа. Угу. В это озеро. В дальний угол. Давай тоже за озером. Ну смотри. Сверху! Заходи, 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 заходи! Зашел. Связываю. Сюда флешку надо. Есть. Давай. Только остальное прям видно, может быть. Ну давай. Пошел, пошел, пошел. Да, блядь, убежали. Флешка в никуда. Давай пластидом ебану в пизду, нахуй. Давай, 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 давай. Ах ты не глянь, глянь. Ладно. Чтобы еще тратить слишком много комнат. Никого. Подожди, надо наверняка. Да, никого. Чекаю лево. Угу. Так, справа. Флешка по-любому, я готов. А хотя, погоди, всего на один, может, озер. Ну все, один-один. Так. Так, перезарядил? Никого. Найс. Все, у меня тазер закончился. Блин, ладно. Чекаю. Гражданский, возможно, притворщик. Один. Все. А притворщик. О, сука. Чищ. Идет. Угу. Блин. Блять, найс реакшн. Да-да-да. Лазером. Вперед. Блять. Связываю. Так, значит, без оружия? Вроде да. Никого. Один. Никого. Притворщик. О, так. Хоп.
Идет! Отступаем, идет! Мама! Ебать! Я обосрался. Сука, грепота ебаная, блять. Куда собак идет, мы ливнули нахуй. Еще я! Пятуйте, отступай! Я его буду как дети, нахуй. Куда он пойдет? Сюда, наверное. Он вышел, блядь. Чё, блядь? Нано. Блин, хоррор, ебаный, блядь. Вообще хоррор. Пиксельный, твою так, мать. Ты прям перед нами будет, да? Пизду пластит, ебанул. Бля, ну ладно. У меня ещё есть, если чё. Блядь. На пистолет, ебаный, возьму. Я связываю. Флешка. Да, один. Открываю. Давай. Раз, два, три. Ну да похуй вообще. Так, тазер. Бля. Чисто. Никого. Давай влево, наверное. В смысле? Куда? Ну да. А, это или, или здесь? Ну давай, да, давай пол слева зачистим. Ладно. Никого. А если он по скидам ебану? Здесь впереди один. Окей. О! Что случилось? Забей, все нормально. Так. Okay. Пластида точка нет, одна флешка. Пластид есть. Две штуки. Да ну. Никого. Вот впереди может быть. Блять, сука, очко. Идет! Я его оглушу. Смотри, давай. Мама! Оглушил, да? Да не попал. Да я не попал. Беги! Он только испугался, Ты че, придурок, мне страшно, мне сердце ёкнуло. Он тоже испугался, блядь. У меня флешка есть, могу кинуть. А тут лифт, ёбаный. И чё? Ну, подойти и кинуть. Сука. Блочь его, там дверь открытая просто. О, боже. Ща полекую. Так, подожди, туалет надо проверить. Да, давай. Тут. Чисто. Блядь, дверь. Вот очко, ебать. Вообще очко. Это тоже пересрался, убежал, блядь. Пластидом ебани сюда в пизду, нахуй. Ладно. Не так много зачесть. А, это последний вообще. Пикабум! Никого. Есть еще? Да. Давай. Пикабум, мадафака! Фу! Жопа! А, с минусом. Насрать! Ранение опять в конце ёбаном. Да. Эй, Рик, посмотри. Это учетная книга из Hollow Chemicals, химзавода на окраине города. Сегодня вечером они отправляют большой груз. И глянь, кто покупатель. Стоун и Робертс. Сначала оружие, взрывчатка, теперь химия какая-то. Почему бы это? Не знаю, но вряд ли к добру. Глябым. Заказ планирую скоро отправить, нам нужно успеть на завод, пока он там. Граната... Дали какой-нибудь новый? А? Дали снаряжение новый? Гранатодатчик. Стрелочник. Ебать, химзавод. Так. О, дробовик. МОСО или МО-55? Непонятно.
Ладно, простите, что втянул вас во всю эту историю с повышением. С другой стороны, теперь у вас есть зацепка, можете вытянуть действительно крупную рыбу. Рай Морено, глава местной мафиозной банды, мы уже много лет пытаемся до него добраться, но он все время ускользает. Надеюсь, на сей раз ничего слишком безумного не произойдет. 11 подозреваемых, 3 гражданских, 2 притворщика. Ну тут вроде полегче, чем в той миссии, ну типа по количеству именно. По количеству, да. Помповый дробовик, надежный, незаметный помощник, большая огневая мощь и маленькая скорострельность. Че ты с чем будешь? Ну попробуем этот дробовик, не знаю. Я МПшка. Да, тут бомбы, ничего такого нету, да? Да. Так, да, последнее снаряжение. Так, нет, с опытом мне не нужно. Так, стоп, отмички. Светошумка, аптечка. Где этот? Пластид. Честно, а рукоятка относится к дробовику? Наверное, нет. Хуй знает. Ну это на винтовку написано. Ну да. Гранат датчик, точнее датчик дожжения размером с гранату. Будущее заброшенное сообщество на место прожимства. Ну у нас это, твоя вот эта залупа есть, так что на этот. Ну, не знаю. А, хотя... подожди, пластид, вот, что я думаю, это пластид, я взял, всё. Не, лучше даже отмычки возьму, вот, игрок датчик. Типа, можно его кинуть и глянуть, кто где. О, вот так сделал, да. Ну ладно. Ну, погнали? Так, погнали. А! Без оставки. Да. Блядь, заебали эти нахуй раздвижные. В самом начале, сука. Так, там чел. Этот, который убьет гражданского, если зайдем. Нужен да, пластид, там пластид нужен. Так. Да-да-да, ну в пизду сейчас сверху зачистим. Стой. Батон далеко. Прям один по центру. Дальше неизвестно. Тезером. Давай. Прохожу. Связываю. Стоп, это не наркота? Нет. Тут вроде улики уже понятно, как выглядят. Так, ебать, давайте. Пластид. Пластид нужен. Ставлю. Давай. Окей. Я думал, вот только я эти убрал, и тут дверь эта ебаная, блядь. Так, тут пластид. Ставлю. А я могу? Готовься. О, я могу, нихуя. Нихера! Ебануться нахуй. Пушку изъял. Без пластида тут бы нахуй поубивали бы хуйня. А с той стороны зайдем, похуй. Подожди, я уж проверю. Один гражданский, возможно, притворщик. Один, прям так, подожди. И тазером ебануться. Да сейчас кулаком. Да. Нафиг тазер на такого тратить. Ты пластидом хочешь? Да похуй. А, притворщик, сука. Ух ты. А, гражданский один, да? А? Гражданский один? Тут никого. А, нет, один гражданский. Есть. Чего встал? Да нет. Поправил. Туда это окно? Не знаю. Нет. Тазером могу. Ну там слишком опасно, лучше флешкой. Ну, давай. Раз, два, три. Все. Чисто. Двигаем. Так, сканирую. Ну тут точно флешка, блядь. Ща, погоди. Никого. А, прям тут. Пластидом, давай я пластидом. Давай, ладно. А, изи. Вообще, я чё думал, что это подозреваемый последний. Легкотня. А с плюсом. Вы, придурки, какого чёрта вообще здесь делаете? А не ясно? Мы пришли арестовать тебя, тупица. На каком основании?
У Harlow Chemicals абсолютно легальный бизнес. Проверьте бумаги. Слушай, мне нужна только одна бумага. Ордер с твоим именем. И так уж случилось, что он у меня есть. Чего? Ордер? Это должна быть какая-то ошибка. Слушайте, я думаю, у нас в полиции есть взаимопонимание. Вы не вмешиваетесь в колумбийские дела, а мы, в свою очередь, доставляем оборудование. Оборудование? Ты о чем вообще? О том, что я... Рик, его голова! Это что, лазерный прицел? Что? Пожалуйста, пожалуйста, не убивайте меня! Где же ваше защищать и служить? В смысле, копам же полагается быть хорошими, верно? Ложись на землю, быстро! Ебать. Патроны магнум, нихуя. Ого, ваншоты что ли? Наконец-то тебя написали. Ну, он через раз пишет, блин. Допрос, городская тюрьма. Ебать. Капец, мне походу до дома пёр, нафига воняет. Блин. На всю хату прям. Занюхни газку. Так. Сидит, нюхает, блядь. Я просто не могу поверить, а что-то ужасает. Не важно, что вы там думаете, пока расследование не закончится, лучше бы вам взять отпуск. Будем надеяться, вся эта история утихнет раньше, а не позже, если никто не раздует из мухи слона. Думаю, с повышением придется подождать, но вы оба определенно заслужили перерыв. 13 подозреваемых гражданских, 4, 2 притворщика. Блин. Ладно. 4, 5, хуйня. Вообще пах. Так. Да, блядь. Блин, как, что? А, это во. Подожди. Так, патроны магнум, пули повышенной мощности. Такое можно и врага застрелить, и дверь пробить насквозь. Ого! Нихуя. Вау. Мощно. Так, ну, да. Я готов. Блядь, ничего, у меня пластид. Что-то втирай залуп. А, ты гранат встреч. Бля, я думаю, гранаты не нужны, типа, не особо пользуемся ими. Типа, ну, блядь, там в основном одна хуйня. Так, а что тогда? Набор смычков. Все, погнали. Так, подожди. То есть, кто-то застрелил Морена как раз тогда, когда вы с Джоном его брали? Просто безумие. Почему это скрыли? Я помню, репортеры говорили, что вы застрелили его за неповиновение. Вас же из-за этого инцидента еще долго поливали грязью. Ох, можете мне не рассказывать. Помню, по телеку тогда много говорили о психическом здоровье полицейских. И обо мне, как образцовом примере слетевшего с катушек копа. А я по сей день не знаю, кто же застрелил Рэя Морена. Но эксперты достали из него пулю того же калибра, что и мой пистолет. А это значит одно и только одно. Все было подстроено. Ебать, ох. Тогда я этого не знал, но было ощущение, что что-то пошло сильно не так. Что-то, чего я просто не мог взять в толк. Или мог, но не захотел. Эй, Рик. Ты как там? Держишься? Знаешь, я уже несколько дней бодаюсь с шефом, но всю эту ситуацию с Рэем Мореном пустили на самотек. Как будто они нарочно ничего не делают, понимаешь? Недоумеваю, если честно. Ладно, не все же плохие новости. Слышал? Арестован гендиректор Stone & Roberts, Ласт Робертс. Видимо, документы, которые мы нашли в казино, оказались интереснее, чем мы думали. Ласт отправляется в тюрьму. То есть, что-то хорошее из всего этого вышло? Джон. Наконец-то ты что-то сказал. Я думал,
рядом с телефоном или типа того. Джон, нам нужно поговорить с Робертсом как можно скорее. Можешь за мной заехать. Съездим в тюрьму округа Салливан и встретимся с ним вместе. Хорошо, никаких проблем. Я буду через несколько минут. Только не забудь надеть свою самую чистую форму. И может, примешь душ? Ты сидишь дома уже несколько дней, боюсь, этот заклад пахнет помойкой. Может быть, ты и прав. Нормально, это было. Хорошо, у вас есть 5 минут с Робертсом, и ни секунды больше. Поняли? Следуйте за мной. Смотрите, кто пришел! Уж не Рик ли это Джонсон, старый сукин сын? Ты посади меня за решетку, когда я выйду, найду тебя и твою семью! Можно сказать, что этот парень готовился. Он молчал почти все время нашей встречи, что бы мы ни делали. И когда мы уже потеряли надежду, мы нашли C4 с вашей маркировкой на обычном складе. Кому вы его продали? Он не заговорит, Рик. Пойдем отсюда. Последний раз спрашиваю, где остановить Стоуна? Что? Стоун. Элли Стоун. Мой бизнес-партнер. Найдите его. Пока не случилось что-нибудь похуже. Например, увидите. Ты это слышал? Ебать. Ага, приготовься. Внимание всем, сообщается о стрельбе в городской тюрьме. Все, кто может. Мы уже здесь, диспетчер, и разберемся. В городской тюрьме пальба. Блин, все же закручивается интересно. Да. Так, стоп. Стой! Че? Уже серия к концу подошла. Ладно, связываю его. Так, я всем перезапустил. Ну, ладно. Так. Ну что ж, дорогие зрители. Время серии подошло к концу, как было сказано ранее. Поэтому на этом у меня все. Продолжим мы уже в следующей части. Проходить полицейскую историю. Надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Скоро увидимся. Пока!